Екатеринбургу подбирается сильная гроза. Этим вечером, по прогнозам, уральскую столицу ждут ливень, крупный град и шквалистый ветер. Мощь стихии уже ощутили на себе жители центральной части области. Сильный град накануне обрушился на деревне близ Махнева. По рассказам очевидцев, он побил урожай и затопил огороды. Лед после этого люди гребли лопатами. Нечто подобное ждет и жителей Екатеринбурга, поэтому спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности. Необходимо закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии лучше отключить электроприборы и держаться подальше от телефона.